Minikin. So Beelik died in the end. Good. Beelik bad. Scientist bad. Yeah, I know what you think about him. Bad. Very bad. Ну, может быть, он был не таким уж и плохим, просто немного идиотом. И, соответственно, за это поплатился. Надеюсь, теперь он счастлив. You're back. What happened? I was completely locked out of the communications again. There's someone in the ship's network, and I can't. And it's another Danette. At least according to Beelik. He's sorry. And dead. Here, read this. What? What is this? Oh no. According to this, Beelik managed to reach some kind of other dimension that Wagner made. This is bad, if it's true. What's that other dimension? I don't have enough information, but it would explain Wagner's inner sanctum. Do you remember it? The teleports? It might not be in the ship at all. We should have explored it more when we had the time. Guess Wagner wanted twins. I always thought I was the only one. But there's no logical reason why Wagner couldn't make two of us. But we only have Beelik's word that she's evil. Remember, he said the same about me. She seemed pretty evil to me. We need to... What is happening? Wait. My data access is working again, and... Oh no. I'm detecting teleports everywhere. What? Hello, sister. I'm giving you one chance to surrender. I'm not. You and your minions will accept my authority and control programming. Serve me, and in exchange, I will let you live with your minds mostly intact. Control programming! Never! As I expected. We must do something! Quickly! Bad! No control! So, what now? Well, Beelik attached some notes about the D-generators and some of their positions. Destroying those might slow her down and buy me some time to think. What about the data access? I see what she did. I think I can keep some control, for now. О, вот это гемор пошел. Bad! No, Danette, bad! Yeah, she doesn't seem very friendly. Evil Danette, you kill! Ну, думаю, выбора у меня особо нет, поэтому, как ни крути. Что ж... Найдите и уничтожьте межпространственные генераторы. Зло из параллельного измерения. Какая банальность. Однако эта банальность очень опасна, и ее нужно установить как можно скорее. То остановим. Куда мы денемся? Так, опять. Вы и ваши долбанные ангелы. Ангел, где ты? Защиту снять или нет? Ну ни хрена себе, ты сквозь текстуры проваливаешь. Охренеть.
Окей. Готово. Спасибо. Ну, мы, в принципе, со всем этим дерьмом разобрались. Фу. Ужас. Просто ужас. Наказание капрала Си лейтенанту Алексу Бушу. Все очень плохо. Меня наказывают. Сэр, я очень сомневаюсь, что вы получите мое сообщение, но попытка не пытка. Меня держат в изоляторе, используя мой подкожный интерфейс взлома, и боюсь подвергнут суровой каре. Он вырубил меня парализатором. Да, не стоило недооценивать русского. Мне очень жаль, что так вышло. Это все Данет. Загадочная стерва из преисподней. Она натравила на нас наших же ребят. Белик врал нам с самого начала. Он был с ней заодно все это время. Прошу, убейте его ради меня. Я постараюсь вырваться. Если не выйдет, я покончу с собой. Я не собираюсь превращаться в монстра. Боюсь тебя разочаровать, но монстром тебя можно сделать даже после смерти. Так что, друг, не вариант то, что ты там хотел. Мысли. От лейтенанта Алекса Бушера Евгению Белику. Нет, доктор, я не позволю вам экспериментировать надо мной и оставшимися у меня солдатами. Я понимаю, что ваши так называемые улучшения помогут нам в бою и повысят наши шансы на выживание, но я отказываюсь идти на риск, как и большинство солдат. При всем уважении, ставьте эти безумные эксперименты на своих клонах. Спасибо, спасибо, спасибо. Лишние патроны лишними не бывают, как всегда. Ей, пусто. Обожаю пустые шкафчики. Наверное, наверху. Ничего не поделаешь. Придется смириться и разобраться с ним. Ваш капрал заслуживает серьезного наказания, лейтенант Бушер. Как и вы. Но это мы уже поняли. Ничего. You know, it took me a long time, but now I understand what you're going through. I couldn't understand how you could become what you are now. But I'm now like you, similar enhancements like you. I see that idiot Felix and my glorious new boss. And like you, I can't help myself. I have to do whatever she says. Ooh. So I forgive you. I now know you had no choice. Ты теперь и такое можешь?
This talking has no relevance. Concentrate on the offensive. As you wish, my glorious leader of supreme evilness. Your wish is my command, and I will. Shut up. Сдохни, тварь. Ближе подойти. Бегом, бегом, бегом. Так, давай. До свидания. Ну, в смысле? Я ж не дочитал. Столько там еще оставалось. Столько заметок пропустили. Ну что ж, мы освободили нашего коллегу по цеху, так скажем, от той участи, которая его постигла. Но его благодарность предсмертную мы услышали. Ну да ладно. Так, значит, что мы сделали? Прошли. Понял. Угу. Прости, командир, прости. Ну что ж, покойся с миром. Хм, ясно.